Привет, друзья! Добро пожаловать на пасхальную распаковку. Сегодня у меня для вас лимитка от Look Fantastic Beauty Egg. Он приехал ко мне уже давно, но я решила оставить его на пасхальные праздники, пасхальные выходные, для того, чтобы мы смогли с вами открыть эту красоту и оценить, заценить, впечатлиться и получить, разумеется, удовольствие. Давайте посмотрим сначала на эту коробочку. Коробочка очаровательная, она нестандартная. Как обычно к нам приезжают лимитки, здесь действительно большего размера. Классно для того, чтобы использовать впоследствии. Можно в ней какие-то вещи хранить, можно хранить шапки. И, в принципе, этот бокс очень визуально привлекательный и качественно, конечно же, сделан. Сколько стоит этот бокс? Я думаю, что не секрет для тех, кто следит за новостями от Look Fantastic, они знают, что этот бокс стоит 70 евро. Наполнение нам обещают на 225 евро. Но я купила этот бьюти-бокс огромной просто скидкой и, конечно же, делилась этой информацией кодами различными, которые вы можете использовать для покупки боксов, в основном, конечно, лимитированных, в сообществе, чтобы не пропускать вот такие классные обновления, полезные ссылки, скидки и коды, нужно обязательно подписаться на мой канал, кнопочка внизу под этим видео. Итак, сколько же я заплатила за эту красоту? А заплатила я 26,75. Да, история здесь такая, любопытная. Мне прислали код, точнее, мне прислали письмо сами Look Fantastic, переходя по которому я получала какой-то специальный код, и мне удалось купить просто невероятно дешевле. К сожалению, поделиться этим кодом не было возможности, потому что он был индивидуальный и только переходя по ссылке с электронной почты. Разумеется, задумываться, надо покупать или не надо, даже не пришлось. За 26,75 я обязательно должна была взять, потому что внутри есть один продукт, который меня очень даже заинтересовал. Мы с вами обязательно его посмотрим, а пока я покажу вам другой продукт, который мне пришлось тоже купить. Ну как пришлось, я была совершенно не против. Дело в том, что на сайте Look Fantastic бесплатная доставка начинается от 30 евро. То есть получается, что если вы что-то покупаете до 30, вам в любом случае придется оплачивать еще доставку. Доставка в Швейцарию, к сожалению, была недоступна. Я заказывала этот beauty box в Германию, забирала оттуда. И благодаря Hermes это было с некоторыми приключениями. Но мы сегодня с вами не будем рассматривать негативные такие истории. Мы с вами, разумеется, будем погружаться только в истории классные, интересные и получать удовольствие. Гарнье. Здесь у меня увлажнение на 24 часа и защита 30. Я купила эту малышку, здесь буквально 50 мл, для того, чтобы не платить за доставку. Мне проще, конечно же, и выгоднее приобрести какой-то экстра продукт, нежели оплачивать те же самые 6 дополнительных, там сколько было евро, за то, чтобы еще они доставили мне вот эту коробочку. Но я считаю, что оно того стоило, я заплатила в общей сложности больше 30, понятное дело, с учетом вот этого продукта. Но мы с вами, конечно же, откроем сейчас и рассмотрим, оценим, что там у нас. Открываем эту крышечку вместе. Так, не открывается. А вот, дело пошло, здесь у нас ничего не изображено, а на этой стороне написано Look Fantastic Beauty Egg. Мне очень нравится цветовая гамма, я постаралась ей быть в таком луке, family look, как обычно это говорят, но мы с Look Fantastic, к сожалению, пока что не такая уж семья, чтобы быть family look, но тем не менее я постаралась создать образ, подходящий к этой распаковке. Яйцо выглядит таким вот образом, это металл, слышите, да? Здесь есть еще подложка, которую мы можем с вами убрать. Она картонная, но тоже такого же цвета, сиреневого, очень нежного. Само яйцо здесь вот у нас находится в углублении, очень хорошо сидит, прекрасно добралось, без приключений, в плане того, что ничего, к счастью, не разбилось. Это бывает у нас у Look Fantastic. Вот такая вот красота невероятная, очень мне нравится. Здесь от очень нежного такого слегка сиреневого в сторону даже голубого оттенка к более темному, насыщенному, сиреневому, фиолетовому идет золотыми вкраплениями. Дизайн, безусловно, классный. Можно яйцо это поставить, то есть в перспективе я планирую использовать его в качестве домашнего декора как раз-таки к Пасхе, на Пасху. И давайте открывать. К
Когда мы открываем яйцо, у нас получается две части. Здесь у нас тоже внутри металл. И ничего не изображено, он совершенно обычный. Мы его отложим в сторону. Здесь у нас черная бумажка, просто скомканная. Нам она неинтересна. И вот так вот выглядят сами продукты. Они, собственно говоря, помещаются вот в эту одну половинку. Продуктов тут, тем не менее, достаточное количество. И сейчас мы будем с вами один за одним рассматривать. Продукт, ради которого я купила этот бокс, я оставлю напоследок, на сладенькое. И мы начнем с вами вот с этой красотки желтого цвета. Это бразильский бам-бам крем. Крем здесь у нас в таком очень приличном размере. Мне попадалось в меньшем, по-моему, 25 мл. Здесь у нас 75. Ну, замечательно, здорово. Я думаю, что многие знают, что это за марка, но, тем не менее, не все знают, как он пахнет. Я открывать пока вот, наверное, бы не хотела. Дело в том, что даже те 25 я еще не начала. И сейчас открывать мне совсем не хочется. Это Sol de Janeiro марка, сделана в Америке, написано. И это крем для тело. Для любых участков вы можете использовать, с исключением лица, конечно же. Но изначально он предполагался для вашей бам-бам, для вашей пятой точки, для того, чтобы ее немножечко подтянуть, сделать более упругой, просто как у бразильянок. Но я думаю, что вы можете использовать на любые участки, тем более аромат всегда у этого крема, лосьона просто потрясающий. Следующий продукт, который здесь у нас есть, это Grand Lips, и это увлажняющий плампер для губ. Продукт немножечко спорный в плане того, что не все любят пламперы. Я тоже отношусь к этой категории людей. Я небольшой фанат, ценитель и любитель пламперов. У меня они, разумеется, есть. Я их использую, ну, потому что они есть. Да? Хочется их, конечно же, убрать из своего ассортимента. Я абсолютно довольна своими губами. Мне не хочется их увеличивать. Но у меня есть подружка, которая любит как раз-таки вот такие средства. Поэтому это пойдет на подарок. Давайте откроем, посмотрим, как выглядит все-таки внутри. Но мы не будем с вами тестировать и цвет проверять тоже не будем. Выглядит солидно, роскошно, очень приятно. Цвет, единственное, что у меня есть, конечно, некоторые, ну, не то что вопросы, сомнения, наверное, понравится ли этот цвет моей подруге. Она все-таки небольшой ценитель таких нюдовых оттенков, но посмотрим. Предложу ей, если скажет да, окей, значит, останется в качестве подарка для нее. Если нет, но буду искать другую обладательницу. Другую обладательницу этого средства с Beverly Dare. Это что, название такое? Странное название. Окей. Неважно. В любом случае, выглядит замечательно, выглядит солидно, выглядит привлекательно. И все бы было классно, если бы это все-таки не было средство для увеличения губ, я бы оставила себе и использовала. Здесь есть картинка, что если вы будете использовать два раза в день, то через 30 дней вы увидите видимый результат на ваших губах. Ну, то есть вот такой долгоиграющий должен быть эффект. Следующий продукт, он мне уже знаком, это тушь от марки Sweet Pro Lash Lift Mascara. Мы находили уже такую тушь в адвент-календаре. Я пока ее не использовала, это получается повтор, но это совершенно не страшно. Здесь очень классная, интересная щеточка, она необычная. Я прям в ожидании, когда начну использовать эту тушь. Я думаю, что вот это пойдет просто-напросто на подарок моей сестре. Соответственно, тоже открывать мы с вами сейчас не будем. Следующий продукт, который, скорее всего, тоже отправится на подарок. Как вы видите, здесь очень много продуктов, которые не останутся со мной. Это и не важно. За эту цену я абсолютно довольна, что я купила, потому что здесь есть продукт, который мне был очень-очень нужен. Марка называется Wow Color Speed Dry. Здесь 150 мл, это полноразмерка. Я использую одно средство от этой марки для того, чтобы волосы блестели. Мне нравится. Но я использую исключительно в том случае, когда планирую, конечно же, волосы выпрямлять. Ну, если они у меня кудряшками, то не так это сильно бросается в глаза, а когда вот они уже прямые, то, конечно, хочется, чтобы они блестели, сверкали, были такими гладкими, действительно выглядели здоровыми и блестящими. Вот это же средство, оно должно помогать нам редуцировать время, которое вы используете для сушки фена. То есть вы используете вот это средство, и меньше времени занимает сама сушка. Подарок для моей сестры, которая сушит, моет голову каждый день и сушит, соответственно, каждый день.
Так что я думаю, что ей больше это пригодится, нежели мне. Я сушу феном крайне редко, в исключительных случаях. В большинстве своем волосы у меня высыхают самостоятельно, высыхают они такими кудряшками, кудряхами. И потом уже я стараюсь их как-то приструнить. Следующее, что у нас здесь есть, это Iconic London. И что же это такое? Так, подождите, я разберусь сначала. Здесь у нас Wild Heart. Так, этот цвет. Насколько я помню, у нас от Iconic London должна была быть не помада, а действительно Liquid Matte Eyeshadow. Это тени. Тени для век. Цвет тут, конечно, такой, судя по всему, не самый для меня будет носибельный. Ох, темновастенький. Но ничего, давайте вот его откроем, потому что он останется со мной. О, какой темный цвет, мама мия. Так, ничем особо не пахнет. Я нанесу это. Так, может быть, я сейчас пожалею, что решила оставить. Смотрите, какой темный цвет. Вау, цвет просто кофе. Ну, на мой взгляд, это просто какой-то цвет кофе. Ну, для каких-то макияжей вполне возможно подойдет как подложка. Я думаю, да. Либо, может быть, можно будет его как-то растушевать. Это я пока не знаю. Но, тем не менее, постараюсь ввести в свой обиход, в свой макияж. Мне нравится Iconic London. Я, в принципе, рада такой находке. Что-то новенькое, что-то свеженькое. У меня еще не было от этой марки именно eyeshadow, то есть теней. У меня была губная, не губная помада, а тоже получается gloss, lip gloss, и мне очень даже нравится. Следующий наш продукт, который повторяется, у нас уже был он, причем в самом обычном бьюти-боксе, мы с вами его уже находили. Это марка Nudestik, и здесь у нас тоже получается тени для век. Но вы можете их использовать как хайлайтер, как тени, как подводку. То есть вариантов использования как минимум 3, но вы можете, конечно, приложить свою фантазию и, может быть, что-то другое еще придумать. У меня такие уже есть, я пока их не использую. Вторые мне по факту, конечно же, не нужны. Цвет здесь хороший. Единственный нюанс, если вдруг вам попадется, обратите внимание, что они застывают очень быстро, и вы их растушевать уже не сможете. То есть, если вы рисуете стрелку, будьте поаккуратнее, сразу ее либо растушевывайте, либо подправляйте, если вдруг что-то, какое-то несовершенство, в противном случае вы уже ничего сделать не сможете. Стойкие, классные, золотистые, но, к сожалению, уже вторые, поэтому пойдут на подарок. Следующий продукт, который меня безусловно радует, я с удовольствием попробую. К сожалению, у меня не было возможности ничего попробовать от MZ Skin, но как минимум я этого не помню. Итак, что же это такое? Витамин Infused Meso Face Mask, 12 мл. Здесь у нас маска, и я думаю, что она будет гидрогелевая, по крайней мере, выглядит она вот таким вот образом, как будто она гидрогелевая. На 15 минут нужно нанести ее и затем уже массировать серум в вашу кожу до 25 года. То есть, если я сейчас ее в этом году не использую, ничего страшного, 25 года можно ее использовать. Масочки я обожаю, поэтому с удовольствием воспользуюсь и, конечно же, попробую. Это тоже является таким одним из моих хайлайтов. Мне была эта масочка интересна, что я тут нашла на дне практически это... код, который можно отсканировать, но мы виртуально этот бокс с вами уже открывали. Мы знали, что будет в нем, мы знали все продукты, мы знали описание, это совершенно не сюрприз. Но вот такая вот карточка с QR-кодом, с Scan Me кодом у нас здесь тоже есть. Два заключительных продукта, один такой со-ля-ля интересный и заключительный будет интересный. Что хочу вам показать, конечно же. А здесь у нас вот эти вот гелевые штучки-дрючки есть. И вот эта бумажка золотистая, такая красивая, привлекательная. Я ее тоже обязательно оставлю для какого-нибудь новогоднего подарка. Итак, наш продукт от Dr. Jart. И здесь у нас Tiger Grass Repair Крем 10 мл. У меня есть какие-то сомнения. Мне кажется, мы такое уже находили, но немножечко в другом формате, по-другому выглядело. Давайте откроем, посмотрим, как выглядит это. И узнаем, было ли дело, находили ли мы, или все-таки мне показалось. Ага, здесь, конечно, малышка. Вот такая вот она небольшая. Сколько здесь у нас миллилитров? Сказала 10, да? 10 миллилитров буквально.
Что это за средство? Насколько я помню, это средство, которое меняет цвет. Сейчас оно, наверное, будет запаяно. Да, запаяно. Открывать пока не буду, потому что то средство я пока еще даже не начала использовать, а надо бы. И, соответственно, это пока уйдет в мои закрома. Пусть там дожидается своего времени. Вариантов было несколько. На UK и на Европу пошли разные варианты, как минимум вот этого средства, плюс маски. Маска там тоже была другая. Плюс другое было средство еще от этой вот тени. Вместо теней там была подводка для бровей. Подводка, карандаш. Ну, в общем, такое средство тоже довольно-таки полезное для бровей. Но нам досталось то, что досталось всей Европе. Я не жалею, потому что, в принципе, мне продукты нравятся, и они достались мне по очень бюджетной цене, поэтому я всем продуктам рада. И заключительный продукт, хайлайт этого бокса, моя звездочка, ради которой я покупала этот бокс, сразу заприметила и сказала «хочу». Да, конечно же, за полную цену я бы ни в коем случае, ни при каком раскладе не купила. Я никому из вас не советую. Так, Лук Фантастик, если вы меня слушаете, закройте сейчас уши, покупать эти боксы за полную стоимость. Подождите. Редкие случаи, когда эти боксы раскупаются. Про это яйцо они тоже говорят, о, 6 лет или сколько там, 6 лет подряд это яйцо было всегда раскуплено. Что мы видим с вами сейчас? Пасха буквально уже на пороге, а яйцо не раскупленное. Сейчас на данный момент, на момент записи этого видео, яйцо продается за 56 евро. Когда они начинают скидывать, всегда есть какие-то экстра-коды, всегда можно найти какую-то небольшую лазеечку и хотя бы чуть-чуть сэкономить. Девочки, которые читали сообщество, они смогли, разумеется, воспользоваться кодами, которые я нашла на тот момент, приобрести дешевле. Поэтому не покупайте сразу, подождите немножко, поищите обязательно коды, наверняка они есть, и тогда у вас будет возможность сэкономить. Всегда приятно сэкономить. Итак, следующий продукт, заключительный и мой хайлайт, это Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer. Полная размерка, 60 мл. Ах, какая же красота! У меня есть, почему я вообще, в принципе, решила, что мне это надо, потому что я использую сейчас вот эту малышку. 20 мл я начала использовать 27.01 и вообще совершенно не заканчивается. То есть здесь расход нужен минимальный, блестит потрясающе, много вам действительно не нужно, но классно увлажняет кожу. То есть мне нравится, я буду использовать его в принципе и без макияжа, мне тоже нравится то, что кожа увлажненная, плюс у нее такое здоровое, классное свечение как будто изнутри. Мне этот эффект очень нравится. И с тем учетом, что 20 мл вполне долгоиграющий продукт, я предполагаю, что 60 не хватит еще на дольше. Ну, давайте, конечно же, откроем и посмотрим. Здесь немножечко у меня порвалось, потому что я была неаккуратна. Но что я хочу вам показать, то здесь есть такой вариант, как подцепить и открыть, не порвав, конечно, если у вас руки не крюки, тогда все обязательно получится. Внутри картон не брендированный, но тем не менее сделано очень симпатично. Достаем и смотрим. Вот так вот выглядит полная размерка. Еще раз давайте посмотрим на миниатюру. Она совершенно по-другому выглядит. Если бы я увидела, не читая, мне бы показалось, что это какая-то тональная основа. Но нет, это Glow Moisturizer. Открывать пока, конечно же, полноразмерку я не буду. Но давайте я покажу вам сейчас, как выглядит сам продукт здесь. Из мини формата, для того, чтобы хотя бы немножечко вы имели представление. Как вы видите, есть небольшой какой-то тон, но он совершенно очень быстро исчезает, когда вы распределяете по ручке и свечение. Я, конечно, сейчас много нанесла, но я, в принципе, довольно много наношу средства. Мне нравится свечение, мне нравится уход, я это обожаю. Смотрите, как блестит, светится, какой излучает сияние изнутри. Эта вещь потрясающая, я обожаю Elemis в принципе, но вот это, наверное, пока что действительно один из самых моих любимых продуктов, если в сторону такой немножечко декоративки уходить. И давайте вернемся сейчас снова к нашим теням. Обратите внимание, что за то время, пока мы тут с вами рассматривали другие продукты, они у меня застыли. Застыли до такой степени, что я вот пальцем проводя никак их с места сдвинуть не могу. Они прямо засохли. Ну, интересный продукт. Я с удовольствием потестирую и, конечно же,
распробую, попробую, буду пробовать как подложку, буду пробовать как основные тени и посмотрим, как действительно они будут смотреться и выглядеть, будут ли они такими вот очень интенсивными. Расскажу вам обязательно в следующих видео. Давайте быстренько сейчас посмотрим, что же было в этом боксе, что мы с вами получили. Вот такой вот замечательный продукт от Elemis, полноразмерку. Дальше у нас здесь был от Dr. Jart, малышка, 10 мл. Не помню, на самом деле, это у нас полноразмерка или нет, но, наверное, нет. Здесь у нас была еще масочка, вот такая вот, гидрогелевая, от марки MZ Skin. Также от Wow Color Wow у нас средство для того, чтобы ваши волосы быстрее сохли при сушке феном. Тушь от марки Sweet, мы с вами ее уже находили, но еще раз найти тоже приятно. Следующий продукт как раз-таки Iconic London, и это вот эти вот тени, темные, насыщенные. От Sol de Janeiro крем их знаменитый. Также у нас Grand Lips был здесь для того, чтобы увеличивать губки. И от марки Nude Stick хайлайтер, тени, подводка, все в одном. Вроде все продукты, больше вокруг меня ничего нет. Давайте я вам снова сейчас все положу и покажу, что мы приобрели, за что мы, собственно говоря, с вами денежку заплатили. Ну, на мой взгляд, очень достойно за те деньги, что заплатила я, давайте будем говорить об этом, за 70 евро, я считаю, ну, того оно не стоит. За те деньги, что я заплатила, классный бокс, мне понравился, я буду пользоваться многими продуктами, но, к сожалению, как половина больше все равно меня покинет. Это, тем не менее, не критично, так как уйдет на подарки моим родным, близким, подругам. И я не переживаю по этому поводу, потому что все-таки классные здесь бренды, классные продукты. И, ну, вот красная цена, наверное, где-то 35, ну, максимум, наверное, 40. Больше бы я не стала платить и покупать. Вот этот вот продукт, конечно, он дорогой. И ради него я и покупала этот бокс, но тем не менее 70 евро, оно вот это вот не стоит. Это опять-таки мое, конечно же, мнение. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, что вы думаете, как вы считаете, это наполнение стоило 70 или все-таки этот бокс был бы не для вас. Спасибо большое за то, что вы были со мной в эти замечательные праздничные дни. Я вас поздравляю со светлой Пасхой, желаю вам замечательного дня, прекрасного настроения и возможности провести этот день именно так, как вы хотите, с вашими родными и близкими, на природе, на прогулке, в путешествии, чтобы у вас все замечательно сложилось в эти чудесные светлые дни. Мы с вами увидимся обязательно в следующих видео, не пропускайте, пока-пока!